Всем здорово, сегодня выпуск, спонсор нашего выпуска, мы же и есть, получается. В общем, в чем суть, ребята? Год назад мы анонсировали одну штуку, тогда она называлась Колбы Хром. Сейчас я вам покажу, что нашей зверской команде программистов удалось сделать. Они реально не спят ночами, но вечерами сидят. Вот с Ильей разработали. В общем, штука пока называется Колбы Хром, сегодня переименуем. А что это такое? Подходи сюда. Это приложение к вашему браузеру, но в данном случае вот у нас Яндекс. Вот мы вводим forpeople.com, ищем этот сайт, но у вас под видео будет ссылка, соответственно. Вот так выглядит, ну, туда вы тоже попадете. Вы нажимаете, она автоматически определяет, какой у вас браузер, Яндекс, Chrome, что там, ну, Safari чуть позже выйдет. Нажимаем установить. Я просто в прямом эфире без скриншотов буду показывать сразу вживую, как есть. Устанавливается это, ну, в зависимости от вашего интернета, от одной. Сейчас посмотрим. Все, расширение установлено. Ушло, наверное, секунду 3. А вот начиная с этих 3 секунд, вы инвестируете 3 секунды своей жизни, чтобы в дальнейшем вообще избавиться от расходов на мобильную связь, когда вы звоните в компанию. Ну вот, все, мы с вами установили приложение, соответственно, вот оно здесь, так у нас выглядит в Яндексе, такая маленькая иконка-лапка. А теперь, значит, что вы делаете? Вы теперь можете звонить в любую компанию России бесплатно. Ну, например, вы, как обычно, в Яндексе вводите простой поисковый запрос. В данном случае вот у нас вышла компания veka.ru, да? Угу. Вот здесь вот. И обратите внимание, что все телефоны, которые теперь у вас, ну, раньше были, теперь подсвечиваются синим. Ну, вот, например, вот тут 8800 бесплатный, так, звонок. А вот окнедешево.ру вы можете просто, ну, даже на 8800 можете нажимаете, угу. И справа у вас, соответственно, появляется виджет. Вот, мы вам перезвоним за 8 секунд. Вот. Давайте, Элла Марковна, ваш телефон тогда сразу. Какой, говори? 95. Давай вот сюда туда. Ага. 181. 39-40. И где твой телефон? Так, вот твой телефон. Мы нажимаем и ждем 8 секунд. Но мы находимся в Таиланде, поэтому какие-то задержки возможны, в этом ничего не страшного. Опоздал на 2 секунды. Московский номер. Они не знают, что мы звоним через Колбы Хантер к ним. Пока я соединяю вас с менеджером, позвольте рассказать о нашем сервисе. Вот. Оставимся на линии. Татьяна, здравствуйте. А подскажите, сколько одно окошко будет стоить? 1,5 на 1,80 м? Полтора на 1,80 м. Высота. Панельный. Понятно, ну, да у нас просто на громкой связи здесь ветер дует еще. Не, смотрите, нам монтажник не подходит, мы бы хотели вот онлайн как-то посчитать, ну вот, по интернету позвонить людям, узнать, сколько стоит примерно хотя бы. Руслан. Просто окно и все. Да. Да я с мобильного. Ну, я звоню через сервис, там, Callback Hunter, бесплатные звонки по всему миру.
Москва, Москва. Понятно, ладно, спасибо. Девушка, ну спасибо, правда, я же цену хотел просто узнать. Смотрите, виджету вот в данном случае нам не удалось выполнить цель звонка. Цель звонка была понять, сколько стоит окна, причем чем раньше она скажет, тем прикольнее бы было. Вам удалось начать разговор с менеджером? Да, удалось. Насколько вам понравилось общение с менеджером? Мне, в принципе, человек понравился, но результата я не добился. Вы можете оценить, допустим, на 3. Вот, окнадешево.ру, Колбахандер на сайте не стоит. Но, тем не менее, наши менеджеры позвонят туда и спросят, могут ли они как-то общаться. Ну, чуть по-другому, как-то есть что-то можно изменить. Вот, соответственно, окей, ищем оценку. Хотите, в следующий раз мы будем обращаться к вам по имени. Я Колбахандер, а вас как зовут? Нас как зовут? Сайтах Рунета вам не нужно будет постоянно вписывать свой номер, потому что вы его один раз вписываете и все. Вводите один раз свое имя, и теперь на всех сайтах, где стоит Хантер, где вот эта приложенка стоит, соответственно, он будет обращаться к вам по имени прямо вот в этой синей таблетке. Еще могу вам выслать на e-mail запись этого разговора. Прикиньте, бесплатный сервис, где можно звонить по России в компании, и еще на e-mail, да, можно выслать. Ну и, собственно, все. Вот, примерно через 10 дней мы выкатим версию, где вы можете звонить любому человеку, пока в России, в физику даже не в компанию, один раз в сутки. Потом постараемся увеличить количество звонков. Мы это делаем исключительно за свои деньги. Я не знаю, до конца даже не понимаем, зачем мы это делаем. Но прибыль этот проект не приносит, но стратегически нам кажется очень важной штукой и прикольной для людей. Вот. И самое главное, что вот окнадешево.ру получили звонок от меня, как от клиента, фактически не истратив клик на директ, а он здесь стоит там 2-3 тысячи, может быть, рублей. Таким образом, все, вы дальше смотрите ролики, не знаю, ролик там, не знаю, что еще. Что в конце сказать? Мудрость. Ссылки на... Ссылки на реалити-шоу «Земляне». Видео. Вот, ссылки на, соответственно, этот сервис, пока называется Колба Кром, уж сегодня переименуем, будут под видео, под этим видео на YouTube, и можете по ним переходить. Приложение устанавливается за 4 секунды и 2 клика, а звонок делается тоже фактически в 2 клика в любую компанию. Ну, можете прям затестить, аудиозаписи все получите. Все, всем пока.